В формате таможенный союз, Украина, Европейский союз, мы собрались впервые. Сам факт того, что мы сели за стол переговоров, дорогого стоит. Глубоко убежден, что решение экономических разногласий будет также способствовать урегулированию ситуации в Украине. Поэтому считаем необходимым максимально, конструктивно поработать в этом направлении. Надеюсь и верю, что сегодняшняя встреча станет импульсом к эффективному диалогу по поиску компромиссов, выработке реальных шагов как по нормализации ситуации в нашей Украине, так и по взаимодействию в масштабах всей Европы. Беларусь готова в любое время принять в себя последующие раунды переговоров, если это будет необходимо. Об этом сегодня говорил и президент Украины.